году выбор коллекции от Zara весна-лето 2023 был необыкновенно классный. Я каждый год снимаю два раза в году обзоры Zara. Но я вам скажу, я была просто потрясена от выбора качества. Я купила вот этот костюм ярко-пинк. Очень мне понравился. И вот этот вот топ в полоску. Полоска у нас ну просто как никогда во всех магазинах, любые бренды. Перед этим, как делать это видео, просмотрела многие видео от Zara, новую коллекцию от различных стран. Поверьте, берлинский выбор, он очень отличается. Есть похожие вещи, но много абсолютно других вещей, которых нет в других странах. Выбор такой огромный и такой хороший, что я разделила видео на две части. Это первая часть. Привет, девчоночки. Ну что, сегодня моя задача выйти с вами на шопинг. И куда мы выйдем на шопинг? Сегодня мы уходим, посмотрим новую коллекцию от Zara. Скоро Zara под другим именем будет тоже в России. И поэтому я хотела вам показать новую коллекцию и как это можно носить и совмещать. Мы в огромном сейчас шоппинг-центре, в центре Берлина, Потсдамер Платц. Я вас приглашаю, надеюсь, зарядить вам позитивом, отвлечь от столько негатива, который сейчас и проблем, который сейчас повсюду в стране. Один из самых больших шоппинг-центров у нас в Берлине. И одна из Zara. Много уже новой коллекции, но еще не все. Начало. Начну мой обзор с этого чудесного платья, которое мне очень понравилось. В нем очень модный оттенок красного в этом году. С белым идеально сочетается. Атласное качество юбок и платья сейчас у нас очень актуальное. Очень качественный жакет, шикарные пуговицы, отделка и модно очень сшитый. Кроме этого платья была тоже вот такая блузка. Очень мне тоже понравилась. Крупные цветы очень актуальны. Кроме этого, мне понравилась очень вот эта юбка с бантиком. Бантики у нас очень в тренде. Банты в тренде, как аксессуары. На платьях, на блузах, на юбках. Короче, да, на обуви. Это очень большой тренд, ребят, девчонки. Я подобрала вот такой комплект. Вот, например, эта юбка с этой блузкой. Вы только посмотрите, как шикарный. Такой образ получился. Вечерний, шикарный, элегантный, женственный образ. Белое с красным выглядит восхитительно. Топ и платье в бежевом. Отлично можно одно с другим сочетать. Все с поясами, также и топ. Асимметрия очень у нас сейчас в тренде. Длинный топ с белой рубашкой просто класс. В каком-то обзоре о антитрендах русского блогера, я не буду говорить кто, я слышала, что прозрачная обувь это антитренд. Ну, посмотрите, антитренд это или тренд. И мне было даже весело. А ведь Zara копирует все самые модные дорогие бренды. Зачем говорить то, что нет? Зайдите в магазин и посмотрите, что в тренде. Кроме того, в моем обзоре вы можете посмотреть Armani. Была тоже прозрачная обувь. Вот этот жакет и эти брючки, которые я вам показала, которые в начале видео, которые я купила. К нему посмотрите, очень модно. У остроносые туфельки, ну не только остроносые, в металлике. Как я уже говорила, металлик у нас вообще на пике моды. Обратите внимание, какой красивый воротник. Кстати, такой воротник был у многих жакетов. Это сейчас тоже тренд. Мне очень понравилось, что есть в этом жакете тоже поясок. Очень люблю свободные брюки. Кстати, яркие оттенки очень модно сочетать в этом году тоже с другими яркими оттенками. Например, к этому может и зелено-яркая, и красная. Также вместе будут прекрасно читать как классика, как белая, как нежно-розовая. Посмотрите, я купила рубашку. Черная, конечно. И монохром. Все в одном оттенке. Итак, купила вот такую рубашку необычную.
Посмотрите, какая она классная. Сзади вот с таким вырезом в виде сердечка. Впереди просто минимализм. Очень хорошие отвороты. Длинные отвороты. Люблю. Почти все рубашки в этом году имели длинные отвороты. Не за несколько пуговиц. Эта рубашка великолепно сочетается с этим жакетом. Посмотрите, нежно, пудровая, розовая, с ярким пинком. Смотрится элегантно. Чудесно. Под низ одела короткий белый топ. Обратите внимание, как освежает такие оттенки. Любую женщину в любом возрасте будет освежать. Не смотрите на свой возраст и говорите себе, я не могу позволить уже себе пинг. Да, конечно, вы можете позволить. Кто вам это сказал и внушил? В этом году в коллекции Zara было представлено очень много рубашек. Как никогда, не только Zara, и в COS, и в другие бренды, H&M, и более дорогие бренды. Посмотрите, такие рубашки носят часто нараспашку сейчас. Очень модно или длинные рубашки, или очень даже длинные рубашки, как платье их носят. Или очень короткие, я покажу в следующем видео. Я была практически без косметики, совершенно без косметики, а чтобы вы знали, это у меня татуаж, вот, и тем не менее выглядит очень свежо за счет такого оттенка рубашки. Ну, очень понравился вот этот жакет, просто потрясающий. Очень обожаю вещи, особенно жакеты, вот так, когда отделка, вот такой стежка черная, посмотрите. Это вообще вот очень многие известные бренды любят делать отделку вот такими стежками. Это выглядит очень дорого. Нежный такой оттенок, красивая клетка. Он какой-то такой воздушный. Когда я его увидела, для меня-то этот жакет выглядит классом даже выше вещи от Zara. Я подумала, что я в другом бутике. Очень много видела тренчев, как в Zara, так и в других и дорогих бутиках, и меньше классов в бутиках. Произвел впечатление вот именно этот вот тренч, который застегивается. Я очень люблю тренчи, который застегивается на шейке. Посмотрите, такой широкой, широким таким застежкой. У меня была одета брюки и рубашка от Zara. Это была осень-зима еще коллекция. Очень понравилась вот эта юбка. Расцветка понравилась. Очень актуальный принт. Я недавно купила юбку. Она в 5 раз, наверное, дороже только этой. Очень похожий принт. У меня, кстати, есть шот, видео короткое. И там я ее показывала. Черный такой, белым. Но они очень идентичны. Мне очень нравятся такие юбки. Во-первых, это что-то оригинальное. Вдруг к нему подходят очень разнообразные блузки. Юбку очень хорошо комбинировать. Отдельное слово об этом блузке. Зеленый цвет у нас очень модный. Особенно салатный, вот такой красивый, светло-насыщенный. Я хотела обязательно ее вам показать. Почти идентичный орнамент. Как юбочка, немножко только другой, только расцветка. Посмотрите, как, например, вот такой вот оттенок красиво подойдет под этот синий жакет, который рядом висит. Просто идеально. Мне нравится у Zara, что очень много вещей, которые можно прекрасно вместе комбинировать. Слева можете увидеть очень красивое платье «Градиант». Это переход такой от какого-то оттенка к какому-то более светлому, более темного оттенка, более светлому оттенку. Это сейчас огромнейший тренд. Он уже в прошлом году начинался. У меня есть даже платье летнее. В этом году продолжается. Модно очень платье в таком стиле, как это, драпированные. Посмотрите, открытые плечи, как светлое платье. Один из огромнейших трендов, я уже говорила, открытые плечи. Ой, посмотрите, здесь опять бежевое платье. Опять же, оно драпированное. Тонкие трикотажные платья в этом году очень в тренде. Не с вырезами и с драпировкой. Переходного момента от весны к лету очень понравилась вот эта модель. Это типа тренч, но и не тренч, больше пальто. Очень оригинальная модель. Рукава курточные, как будто взятые из куртки. Защищенный с драпом, пальтовым драпом. Очень интересная модель. Честно говоря, я бы, вот если у меня лишние деньги, обязательно бы себе приобрела такую вещь. Кстати, очень в тренде спущенные рукава, как в этой модели.
Даже подкладка здесь очень классно, клево смотрится в модно-зеленом и темно-синее пальто. Нет, действительно, очень крутая вещь. Очень модно топы с металлическим декором, как вверху, как вы видите, тоже из атласа. Мы видим очень много вещей драпированные, как тоже здесь. Обратите внимание, сверху идут драпировка. Мы видели очень много трикотажных платьев, тоже драпированных. Следующий топ. Посмотрите, складки заложенные. Ну, тоже, в принципе, это относится к драпировке. И американский вырез наверху. Тоже очень много видела и на платьях, и на топах. Это тоже очень актуально. Красиво джинсами. Платья в стиле боху продолжаются быть модными. Вот с таким орнаментом. Или крестьянские платья. В этом случае такое струящееся платье за счет складок. Платье для романтических вечеров и романтических женщин. В этом образе мы видим два тренда. Прозрачная блузка. Культ тела в этом году просто, ну, необычайно актуален. Милые женщины мод на голое тело одевать. Ну, конечно, с лифчиком, ясное дело. Вот. И юбочка. Мне это очень понравилось. Опять же, гофре. Я уже говорила один раз слово гофре. В этом году я очень много купила себе юбок гофре. Я считаю, что юбки гофре стройнят женщину. Особенно однотонные. Я очень люблю совмещать действительно брендовые вещи дорогих фирм с такими вещами, как Манго, Хаунтем или Зара. Единственное, я покупаю только итальянскую обувь. Всегда. Очень понравилась вот такая оригинальная вещичка на голову. Ее можно как капюшон носить, можно как, например, шаль ее носить. Она такая струящаяся из трикотажа. Она выглядит как будто бы жилет с капюшоном. Первый раз вижу такую вещь. Мне она очень, ну, понравилась, но очень оригинальная и очень, кстати, практична. Выбеленный деним в этом году огромнейший тоже тренд. В этом случае он очень сильно выбеленный. Вот так как и карго-хозы. Это частично карго, но оно не так много карманов. Больше, можно сказать, джинсовый такой вариант денима. Очень понравились эти брючки. Хороший очень фасончик, карманчики с боков. И отличный на каждый день вариант. Очень понравилась эта пудра, трикотажное, драпированное платье. Очень интересно. Впереди она просто немножко, ну, драпированная. Сзади, обратите внимание, оно открыто, у нас дырочки, очень модно. И капюшончик. По спинке открыта спина, такой с вырезом. Вырезы у нас, ну, везде, и по талии, и по спинке модно в этом году, и в районе декольте. Очень красивый оттенок. Очень освежающий для загара, прекрасно, если, ну, летом одеть его. Очень много видела бомберов в этом году у Зары, причем немножко приподнятые вверху, опущены чуть-чуть внизу. Почти все были XL, то есть оверсайз. Очень много было вот в таком оливковом оттенке. Офигенно, вот эта пальтишка в зеленом оттенке. Мне она очень понравилась. Особенно понравилось, что двубортная с такими металлическими пуговицами. Кстати, металлические пуговицы можно было увидеть очень многих жакетов, коротких плащей и пальтишек. А также я вам обещала очень много атласа. Вот одно из очень красивых платья в зеленом, модном зеленом, опять же драпированное. Я вот не видела практически ни одного платья не драпированное в этот раз коллекция. И опять же серебряные босоножки, посмотрите внизу. Особенно много трикотажных драпированных платьев коротких я видела в таких нудовых оттенков, более пастельных оттенков, не яркие. Даже без красных платьев. Красный же очень оттенок актуален. Очень понравились вот эти босоножки, остроносы. Остроносы у нас так и продолжается в сезоне весна-лето.
цвет такой красивой слоновой кости. И посмотрите, как все-таки здорово, что платье, например, вот это, которое к нему, как оно подходит. Что мне нравится у Зары. Может прекрасно делать комплекты одно с другим. Необычные каблуки сейчас очень в тренде. Отдельное слово о полоске. Столько полоски, сколько в этом году коллекция Zara и других брендов я еще в своем жизни не видела. Пуловеры, тишорты, топы, платья, длинные и короткие рубашки. Посмотрите, мне очень понравился вот этот пуловер. Сзади он на таком завязке, открытая спинка. Следующий тренд – это змеиный принт. Один из самых востребованных в этом сезоне. Из всех змей, из всех animal принтов, то есть животных принтов, можно было увидеть как и на рубашках, так же и на платьях. Такие блузки отлично сочетаются с джинсами. Отдельное слово о зеленом оттенке в этом сезоне. В этом сезоне зеленый цвет, ну, просто лидирует. Везде можно увидеть зеленый. Причем различные оттенки, особенно не очень темные оттенки. Светло-салатного до насыщенного зеленого. Можно было много увидеть одежды в этом году. Как мы видим, жакеты как однобортные, так и двубортные в этом году очень актуальны. Тоже очень понравилась вот эта блузка из атласа. Очень красивые рукава с красивыми пуговичками. Просто, может быть, это не видно. Причем пуговичек не только одна, а три, две пуговички у многих блузок в этом году. Очень много видела юбки, шорты. Вот посмотрите, прям двойные, очень интересные фасоны. Блузка и платье, сейчас вы увидите, бело-салатного оттенка. Даже, честно говоря, не ожидала. Уже в прошлом году зеленое было очень актуально, но в этом году столько вещей, сколько я вижу в бутиках, это просто феноменально. Спортивные кроссовки на большой подошве, как вот в этом случае, тоже один из трендов. Обратите свое внимание на эту блузку. Это позади. Впереди нормально, абсолютно длинная блузка. Сзади у нас вырез. Очень оригинально сделано. Кстати, в следующем видео вам покажу очень много блузок, длинных, коротких. Все идентично. Сзади все, весь акцент на спинку. Здесь у нас дырочка. Дырочки у нас очень актуальны в этом году. И вот такой навес, как бы присборенный на кокетке. Очень интересно сделано на завязочке. И у нас открыто. Очень классная блузка. Я даже хотела ее купить, но купила другую. Я покажу вам в следующем видео. Тоже очень оригинально, тоже отстегивается. Можно как короткую носить, так и длинную. Блузки у нас актуальны, только объемные. Кое-что сказать о рубашке платье. Необыкновенно, опять актуально. Причем во всех абсолютно бутиках видела. Я себе купила, кто видел мое короткое видео, шот-видео, я купила похожую, только с более насыщенной синей полоску, с белым, длинную. Я буду носить как рубашку и как платье. Я купила укос, но была дороже, купила за 100 евро, это было дешевле. Очень, девчонки, актуально. Возьмите на заметку. Как же у нас без лофера? Лоферы обязательны, тоже и в Заре. Кстати, кто видел мое предыдущее видео, это точная копия от Прады. Ставьте лайки, подписывайтесь. Выбор у Зары, ну такой огромный, ну такой классный. Каждый день поступления новые и новые, поэтому след